Приветствую, уважаемые трейдеры, инвесторы и те, кто торгует криптовалютой. Что ж, давайте посмотрим, как себя ведет криптовалюта. За последнее время она радует, она сильно растет, формируются формации на продолжение тенденции по нашей торговой системе, и мы активно общаемся с подписчиками как в Telegram-канале, так и на YouTube-канале, и видим, что некоторые из них прогнозируют биткоин все ниже и ниже, открывают, вероятно, позиции на понижение в связи с этим, а биткоин вырывается как просто лев из клетки и продолжает тенденцию на повышение. Все это очень сильно мне напоминает бычий рынок 2017 года и других лет, которым я был свидетелем. Достаточно хорошее движение, на этом можно неплохо зарабатывать, торгуя на повышение от лонга. И давайте посмотрим, как коррелирует S&P с текущим криптовалютным рынком и разберем основные криптовалютные пары. Что ж, давайте к экранам монитора перейдем. Итак, перед нами S&P 500. Мы видим картинку боковичка, в которой данный актив находится уже достаточно длительный период времени и никак не может из него, в общем-то, вырваться на таком большом масштабе дневном. Да, безусловно, на более мелком масштабе, на часовичке, здесь была попытка удержания горизонтального уровня поддержки, вот так бы я ее разместил, и далее движение существенной вверх с пробитием локального сопротивления. Сейчас к нему возвращаются. То есть здесь, возможно, и разворот мы вверх увидим, это будет тоже одно из наших классических торговых формаций. Ну, если это произойдет, да, отсюда или, возможно, отсюда, потому что в целом они могут дойти и до уровня чуть глубже. Посмотрим. Сегодня у нас пятница, 17 марта, и в связи с Днем Святого Патрика, который сейчас празднуется во всем мире, возможно, американцы предпочтут быстрее зафиксировать позиции и уйти. Но фиксация позиций, как известно, приводит к снижению актива. Поэтому минус 0,7% S&P 500 в данный момент времени. Что ж, переключаясь на монеты, мы видим здесь совсем другую картинку, шикарную картинку. Биткоин удержал свою полочку. Буквально вот на днях своим ученикам я рассказывал такую закономерность, когда движение происходит достаточно сильное, потом актив корректируется, дальше формируется горизонтальная полочка, и от нее, соответственно, происходит дальнейшее повышение цены. Заход снизу, выход вверх. Ну, плюс пробитие наклонной. Ну, здесь все карты или все звезды на небе сходятся, да, или все карты на столе, показывающие сигнал торговый, конечно же. Многие здесь вот как раз мне писали о том, что да ты что, шорти, все это будет там 19 тысяч, потом спасибо мне скажешь. Я сразу сказал спасибо, имея в виду спасибо не надо. Мы сами с усами, у нас торговая система, которая существует уже 15 лет, в этом году 16, соответственно, которая работает и прошла все кризисные явления и на различных активах доказала свою эффективность. Поэтому берем и торгуем просто по ней, никому не слушая, а пусть слушают нас и прислушиваются. Либо прислушиваются. Здесь мы видим горизонтальный уровень сопротивления, который был пробит. Я даже сейчас не заметил, если честно, вот у меня позиция открыта, они настолько резко могут пойти, да, и настолько резко как бы прибавить и дать прибыль, что ты этого не замечаешь. Ты можешь в этот момент гулять, заниматься спортом, есть, спать, отдыхать. Приходишь, раз уже биткоин плюс 6%. Он в последнее время очень радует, лидер рынка, растет быстрее других. Это значит, что альткоины скоро возьмут свое и начнут бычий забег среди вот мелких монет. Я этого жду, я думаю, что вскоре это произойдет. И, конечно же, они обгонят биткоин. То есть мы, давайте заметим сейчас вот этот уровень. Это, соответственно, мартовский максимум. Вот весь март. Вот так вот посмотрим. Да, это мартовский максимум, который биткоин преодолел. И, судя по картинке, без тени не разворачиваются. Сейчас корректируется, может быть, ретестнет ранее пробитый хай. Пойдут дальше. Там уровень 28-29 примерно есть ближайший из сопротивления. Так, прямая дорога туда. Далее, что у нас по эфириуму? Эфириум для своего уровня еще не дошел. Так вот можно его построить, 1780. Да, дошел до уровня 1760. По эфиру отдельная тема, по нему у меня открыта позиция опциона. Что я сам рекомендую и в Телеграме, и на Ютьюбе, то сам и делаю, на самом деле.
есть хорошая идея, значит, здесь на удержание горизонтального уровня, я не пишу. Есть хорошая идея на пробитие наклонной, и можно открыть позицию до конца марта, подержав опционы call. Я о них тоже пишу и сам их открываю. Далее. Ну, здесь очевидно, да, ситуация тоже движение на повышение. Уже был ряд торговых формаций на повышение на этом движении. Вот очередная возникла. Цель, естественно, тестирование как минимум уровня сопротивления, либо пробой его и уход выше. Но просто не ждите, что вот биткоин, эфириум должны двигаться со скоростью 10% в день. Бывают дни паузы, бывают коррекции. Но в целом пока движение повышение с начала года, сейчас на старшем масштабе посмотрим тоже. Лайткоин здесь долго стоял, кстати, в боковичке, немножко он меня этим прям раздразил, да, вот здесь вот прям стоял насмерть, как будто в этом боковичке, но потом от него тоже развернулся, хотя здесь уровня на нем особо и нет, но он ориентируется на братьев старших, на эфириум, на биткоин, на которых уровни были. Далее, по EOS-у такая же картинка с целью достижения локального экстремума максимума месяца. Solana. С Solana сложно, потому что как она себя поведет, она очень волатильная. Опционы на нее перестали делать, да ушли опционы на нее на бирже Deribit, который я в свое время открывал, хорошие были позиции, волатильность. Она, тогда эта монета стоила в районе $40, да, потом очень сильно упала, сейчас попытки восстановления. Она у меня есть в портфеле, безусловно, но в трейдинге я как-то ее пока обхожу стороной. Далее, эфир классик, в принципе, тоже хорошая монета, которая идет за эфиром, ее форк в свое время был. И в целом ее неплохо иметь немножко в портфеле, если есть эфир, то возьмите эфир классик. Также для меня, если есть биткоин, значит возьмите и биткоин кэш немножко, потому что они движутся с большим коэффициентом. Биткоин в итоге пройдет условно 20%, эфир, биткоин кэш может пройти 40%. Эфир пройдет 40% вверх, эфир классик может уйти на 140%. Ну так, для диверсификации на небольшую сумму дополнительно. Ripple многострадальная, все 0.3 бесконечно, по нему, конечно же, вверх я смотрю, много будет зависеть от суда, решение по которому впереди. Возможно, вот, надеюсь, в этом году его огласят, потому что длительный суд идет по поводу Ripple, они все никак не урегулируют. Урегулирование даже с штрафом будет положительно. Положительно для криптоиндустрии в целом и для Ripple в частности. Поэтому когда-то Ripple может просто удвоиться, утроиться в цене. Многие спрашивали, почему Гаевский держит Ripple. Маэстро ответит в ближайшем интервью, спросим его. Но в целом одна из причин, что это, как говорится, есть бомба замедленного действия, да, здесь есть Ripple замедленного действия, который может просто, ну, переставиться. Переставиться в 5-10 раз легко. Он был на хаях, у него были очень хорошие цены. Если посмотреть, да, вот здесь вот в 2021 году 1.3-1.4 доллара, да, здесь почти 2. А если смотреть еще в прошлое, то там вообще было выше 3. Вот, поэтому он находится очень низко и стартануть отсюда может очень резко. Когда неизвестно, поэтому с трейдерской точки зрения такую монету тяжело торговать, она в боковике. Но в портфеле так ее купить немножко, чтобы на вырост, так сказать, как одежда ребеночку, да, на вырост. Вот можно купить Ripple для того, чтобы поучаствовать в вероятном сильном движении. Но если будет негативный сценарий, ну, уйдет он, значит, на минимум. Здесь, в принципе, потенциал тоже не такой уж сильный. Потеряете своих $100, допустим, там 30, да? А потенциал вверх, ну, ограничений нет. Тут, ну, может вырасти там легко 5-7 раз и более. Так, что еще интересного? Здесь есть список. Список просто большой. За разными монетами я одновременно пытаюсь уследить. Dogecoin пока не радует, но тоже интересен с точки зрения портфеля. По нему есть, видите, вот наклоны приходится перестраивать, предыдущий отработал, но так слегка. Теперь можно построить новую. И в целом данная монета тоже от Илона Маска зависит, от его высказываний, и в какой-то момент она может очень сильно выстрелить. Смотрим, да, где у нас апсайд, потенциал очень большой, в 10 раз до хая. Хай был не так давно.
Ну как, уже давно, наверное, да, скоро будет 2 года, как рынок плохо растет, но в какой-то момент мы можем увидеть сильный рост. Это вот, кстати, картина посвящается тем, кто говорит, что ой, так уже сильно выросло, ну вот, я бы биткоин брал по 16 тысяч, если бы брал, то тогда сейчас по 26 я бы его продал с большой прибылью. Но 26 – это очень низкие цены, так же, как и по многим альткоинам. Не зря я говорю, что биткоин является, значит, сейчас двигателем рынка. Он лучше рынка себя ведет, а альткоины стоят пока, ждут своего часа, своих вложений крупных капиталов, которые обязательно произойдут. Такой лаг по времени – это только на руку инвесторам. Можно собрать портфель альткоинов, пока по низким ценам они лежат на боку, на дне, и в целом они могут выстрелить в любой момент. Дни их сочтены, то есть все меньше дней остается, на мой взгляд, до того, как они пойдут вверх. Когда Dogecoin будет вот 0.22, вы потом скажете, ой, а что же я его не брал по 0.07? Хотя бы чуть-чуть, на 100 долларов пусть полежит, да, потом 100 долларов превратилось бы в 300, а 1000 в 3. Значит, из интересного еще вот эти монетки внизу мы с вами тоже смотрели когда-то. Вот, пожалуйста, не успели мы моргнуть с ребятами. Я здесь тоже выстраивал ускоряющиеся наклонные линии трендов, по которым говорил, что вот пришли к проторговке, монета о себе заявила уже вот таким образом, когда она, ну, на самом деле, уже вот таким образом, когда она пошла в конце января. Затем пробитие наклонной удержания горизонтали сильно вверх, графической цели исполнено. Затем опять то же самое, копипаст прям формация. Горизонтальный уровень, наклонная линия, пробой графической цели исполнены и улетели сильно вверх с 0.05 на 0.17. Затем опять горизонтальный уровень, ну, он не самый здесь чистый, нужно смотреть на других масштабах. И наклонная, пробой улетели еще выше, уже 0.36. И затем опять вырисовывается наклонная. И здесь затянулось. Конец февраля, март. Все думают, ну вот, все. Там ряд негативных новостей был, мы помним, когда рынок совершил свой последний нырок. То есть мне кажется, по моим ощущениям, цифру в 19 тысяч долларов по биткоину мы уже не увидим. Может быть, даже в этом году. И это значит, если на этом базироваться и движение пойдет вверх, то тогда вот эти цены... Это был подарок судьбы, что совершили рывок в марте на такой низкий уровень. И дальше опять горизонталь, просто в более крупном масштабе. Опять пробитие наклона и понеслась. Графическая цель уже исполнена, то есть уже достигли максимум. И еще раз его достигли, сейчас вырисовывают здесь сопротивление, танцы на нем, в принципе, в этой ситуации. Ну, возможно, даже не знаю, зафиксировал бы я позицию или нет. То есть такое сопротивление меня, если честно, не смущает. На том, когда биткоин растет там, по 6%, я думаю, что просто фиксируются сейчас мелкие спекулянты, да, кто взял здесь хорошее движение, немало так, удвоение даже больше вложенных средств. Я думаю, проторгуются, дальше пойдут с пробоем. Обычно так, очень сильный рост, очень красиво выглядит. И этому примеру, почему бы не последовать другим альткоинам, вот, допустим, есть еще парочка, вот эти ребята, сейчас на более старший масштаб, но тоже картинка хороша, сильный рост, монета заявила о себе, коррекция к ранее, значит, установленной проторговке, разворот, поход вверх, графическая цель, ХАИ. Рядом с ней брат-близнец. Вот здесь вот я уже ожидал, кстати, движения, да, видите, здесь даже нарисовано, что пробьют, а ретестнут и пойдут дальше. Ну и потом вот этот негатив поглотил монету, она ушла ниже. Но очень быстро восстановилась. Это говорит о том, что в моменте у нее происходит пробитие наклонной линии. Это говорит о том, что графическую цель можно переставлять на уровень максимума февральского. Этот уровень удалять и сценарий просто перекладывать на... соответственно, новый уровень цен. Вот примерно как-то так. Да? Да, в силе остается. Соответственно, ну, отмена сценария может быть восходящего. Вот, будет плохо, если будут пробивать минимум этого же месяца.
То есть в месяц сейчас вот ключевые, здесь есть вот важные уровни. Минимум вот этот является ключевым, отмена сценария возможно вот после пробития данного уровня. Также по другим монетам. Значит, что еще интересного? Ну, банк, кстати, из-за которого вот произошло Silvergate, вот его котировка на NICE, в результате которого здесь начали паниковать. Я вообще не понимаю, почему. То есть это все было вот здесь, когда он там отчетности предоставил. Но он уже как бы в критическом состоянии, пациент, понимаете, уже в коме. Все. И тут, значит, белая такая линия пошла. Все, пациент. Вот, то есть это вот движение. Да, и на него, ой, паника, криптовалюту надо сливать, и биткоин ныряет ниже 20 тысяч долларов. Так, по крайней мере, нам аналитики с страниц средств массовой информации сообщают об этом. Но посмотрите на котировку. Посмотрите на котировку. А когда, значит, этот банк повалился с 240 еще там, в январе 2022 года и ушел на 80, а потом, допустим, здесь со 160 он уходит там, на 50, а потом со 100 он уходит на 10, а в нем никто не писал и никто не говорил, что банку там кранты. Вот все начали здесь только об этом говорить и объяснять причину снижения в моменте криптовалюты, вот эту панику, что вот связанный дружественный с криптовалютным рынком банк, вот он, значит, плохо себя чувствует при банкротном состоянии, это может повлиять на всю криптоиндустрию. Да страха нагоняют для того, чтобы вас загнать ниже плинтуса, ниже 20 тысяч долларов. Что вы там все продали, а такие люди, как Илон Маск и прочие, все это дело у вас купили. Прибыль одного равна убытку другого. Ваши стопы, их профиты. Соответственно, взяли и все. Банк продолжает дальше снижаться и идет к нулю. А биткоин вверх. А вы продали вот здесь. А еще хуже, зашортили. А теперь, откупая шорты, подливаете как бы масло в огонь разрастающегося биткоина. Переключаясь далее на более мелкие масштабы, мы видим, как биткоин рисует формацию продолжения тенденции, я думаю, выше будет, ну и эфир тоже достигнет своего уровня пика. Некоторые криптовалюты, есть у них такая особенность, есть лаг между реакцией на действия других криптовалют. Некоторые отстают, а потом с удвоенной силой могут нарастить свои движения. Я считаю, что по-прежнему монета находится на достаточно низком уровне, а в целом только происходит вот этот выход из проторговки, которая длится с июня 2022 года, и только мы выходим в открытое пространство, в открытое поле, в котором биткоин может достаточно существенно пойти вверх, и к лету уже достигнут уровней 40 тысяч плюс, может быть выше, середины вот этого диапазона. По эфиру картина в целом такая же, он даже еще не вышел, выше максимумов летних прошлого года. И тоже может достаточно существенно повыситься. Я думаю, апсайд у него еще 100% есть легко. Дальше просто смотреть, да, говорить про исторические максимумы затруднительно. Нужно смотреть и говорить об этом через несколько месяцев, ближе к лету. Также по позиции хотелось, значит, посмотреть. На бирже OKX продолжаю пробовать открытие и тренироваться, так же, как и вы, в открытии позиций опционных. Достаточно удачно это происходит в последнее время. Если на рынке и на крипторынке бычий рынок, то торговать от лонга, то есть игнорируя формации на понижение, торговые формации на повышение – одно удовольствие. Поэтому здесь позиция была открыта. Вот в этой проторговке и при выходе из нее, вот здесь вот показано это стрелочками, позиция открыта на повышение, куплены опционы call на эфириум. С экспирацией все той же, как и другие предыдущие разы. Пока это 31 марта 2023 года. На 1000 долларов позиция была взята. Небольшая сумма для тех, кто торгует на споте либо на фьючах, а для опционов в самый раз. Соответственно, далее мы видим повышение. Позиция открыта по 50 примерно. И, соответственно, вот ждем мы пробития максимума. Также здесь их можно построить. Максимумы по эфиру, я думаю, что будут как раз соответствовать к
котировки выше 110, то есть цель получения от 100% выше. Сейчас в моменте плюс 65% по позиции, то есть плюс 650 долларов, переводя это в доллары. А в моменте было где-то 75, да, чуть выше. А, ну и в целом каких-то маленьких коррекций, я не смущаюсь, позиция открыта буквально вчера. То есть сейчас движения такие, за сутки раз там плюс 70% дает опционы, дает криптовалютный рынок. А если подержать немножко подольше, да, естественно, наблюдая за разворотами, если они будут, если нет, то держим, тянем стоп вслед за ценой, и в какой-то момент позиция может достигнуть наших целей. 100%, 150, 200, как в прошлой позиции, 250% вложенным средством. Хороший был профит. Но, в общем-то, двигаемся дальше, ищем новые формации на продолжение тенденции и, конечно же, открываем по тем сигналам, которые рынок нам дает. Ну, а пока мы не уехали с компанией, с командой праздновать День Святого Патрика, сегодня, 17 марта, он отмечается по всему миру, и в том числе здесь, в Арабских Эмиратах, в Дубае. Целый фестиваль будет завтрашним днем, 12 или 14-часовой по длительности, 7 групп в Дубай Интернет-Сити. Приходите, кстати, если вы здесь, встретимся, пообщаемся. Хотелось бы вас пригласить на наш зеленый курс, который называется «Криптовалютный интенсив». Стартует он уже в понедельник. Курс у нас получил шильдик 3.0, то есть он глубоко обновлен. И на данном курсе мы с вами будем изучать торговую систему, исключительно те нюансы, те торговые формации, те фильтры, которые работают на криптовалютном рынке. Многие как раз спрашивали, да, в чем отличие данного курса от пройденного только что от нуля до первой криптовалюты. То был базовый курс, где была легкая информация для того, чтобы вы сделали первые свои шаги, купили первые криптовалюты и в целом поняли, что этот рынок не страшный, в чем его риски, так сказать, и преимущества. Ну а на данном курсе здесь уже большее количество занятий, они более длительные, домашние задания, практика торговли, проверка ваших сделок подробная, общение с нами и онлайн занятия также вас ждут, и трейдерский тренажер, и графический анализ цены, и занятия по составлению инвестиционного портфеля, персональные рекомендации, также сама торговая система, какие конкретно монеты стоит использовать для торговли, какие на них стоит использовать формации, как это все заполнять, какой журнал сделок и как делать работу над ошибками, что очень важно. Практика торговли, поиск оптимальных точек входа, идеальная формация, совмещение формации, соответственно, конфликт формации. Много различных нюансов, без которых вы не... Тяжело вам будет выбрать оптимальную точку входа, чтобы сидеть, смотреть на рынок криптовалют всю неделю, а зайти один раз и попасть точно в цель. На VIP-занятиях вас ждут дополнительные торговые формации, которые не даются на том же трейдинг на миллион и тем более на базовом курсе от нуля до первой криптовалюты. Ну и на последнем занятии биржи криптовалютных опционов, такие как Deribit, такие как OKX, Binance, на которых эти опционы имеются, на которых можно неплохо зарабатывать, что я демонстрирую за последние месяцы. Позиции по опционам открываются. Просто нужно время для того, чтобы проанализировать рынок, выбрать правильный опцион с правильной экспирацией, с правильным страйком, с правильным соотношением риска к потенциальной прибыли, занять позицию, дальше ждать, пока криптовалюта вырастет. И ваша 1000 долларов может превратиться в 2, 3, в 5, а может даже в 10. Такие примеры в этом году уже были. Поэтому, если вы хотите продолжать изучать рынок криптовалют, если вы для этого заготовили время в нужном количестве и желание, что самое главное, то тогда добро пожаловать на криптовалютный интенсив, который стартует у нас уже в понедельник, 21 марта. Остаются считанные дни до его начала. Приходите, будет очень интересно и познавательно. Ждем вас всех на нашем криптоинтенсиве в понедельник. Ну а мы, как я и говорил, поехали отмечать День Святого Патрика на фестиваль и в ирландские пабы. До встречи!